Музыкальные школы автономии приняли участие в фестивале, организованном Управлением культуры Гагаузии. Учащиеся музыкальных школ Камрата, Чедерлунги, Вулканешт и села Чешмекёй подготовили концертную программу, представив широкий спектр музыкальных инструментов, умению играть, на которых их обучают. Наши музыкальные школы – это кузница талантов, настоящих талантов. Я очень рада, что их у нас каждым годом все больше и больше. Музыкальная школа Камрата на фестивале представила выступления хора, ансамбля и оркестра. В данном случае это фестиваль. Вот, определенный вывод. Мы смотрим обмен опытом, опять же. Для детей это очень важно. Особенно дорога. Это все запоминается. Вот, и кроме того, они должны все понимать, что кроме того, что они здесь занимаются хорошим делом, такие же ребята в других населенных пунктах тоже учатся в музыкальной школе. Школа села Чешмекёй, по словам ее руководителя, самая маленькая в автономии. В ней дети обучаются по трем музыкальным инструментам. Опыт участия в фестивалях бесценен. У нас есть только инструменты аккордеон, фортепиано и гитара в этом году открыли. И для наших деток услышать вживую, как исполняют най, оркестры, тарафы, которые имеют Камратская школа, Чедерлунская школа, Вулканежская школа. Для нас очень важный обмен опытом. Чедерлунская музыкальная школа существует с 1959 года. На сегодня в ней обучаются 159 учащихся. Филиалы есть также в селах Капчак, Казаклея и Тамай. Фестиваль этого года, подчеркнула директор, дети ожидали с большим нетерпением. У нас есть инструменты, которые дети играют на фортепиано, на аккордеоне, на духовых инструментах. И в этом году впервые мы приняли в первый класс учащихся, которые будут обучаться на народных гагаузских инструментах. Это на най и у нас на гадулке, которые еще вот впервые мы и приобрели мы в этом году эти же инструменты. Так что есть на чем заниматься. Мы надеемся, что мы и дальше будем еще открывать такие инструменты народные, чтобы у нас прославлять и Гагаузию, наших учеников, и творчество гагаузских наших композиторов. Сами музыканты, участники фестиваля поделились, что очень рады вновь играть на большой сцене. Ранее концерты в связи с пандемией чаще проходили онлайн, что не давало возможности прочувствовать атмосферу игры перед зрителем. Концерт – это для меня большое мероприятие, на которое можно расслабиться и сыграть так, как хочешь. Я играю на фортепиано. Мне нравится, потому что мы едем выступать в разные концерты, на фестивали и на праздники. Называется най, и вообще он мне понравился по звуку, потому что он напоминает как бы что-то природное, и этот звук приятен для меня. В прошлом году фестиваль прошел в онлайн формате, годом ранее его провели в городе Вулканеште. Людмила Новак, Влад Табачук, Алексей Герчу, новости ГРТ.